Вот я на Перевозовском пляже. Раньше здесь все было песчано. Он сейчас немножко запущенный. Зарастать столы ивняком. Но купаться здесь очень хорошо. Здесь очень приятное дно. Село Перевоз Кирсановского уезда. Явился Христос, людей Божьих, Аввакум Иванович Копылов. В 40-х годах он был уже стариком. Был он вдовец и жил в особой келье на усадьбе. Он беспрерывно постился. Однажды, еще в молодости, после 40-дневного поста, в течение которого Копылов не ел ни крошки хлеба и воды не пил, только молился. Он был взят на седьмое небо живым. На седьмом небе Аввакум говорил с Богом из уст в уста. И был о нем гласть от Бога: «Сей сын мой возлюбленный, о нем же и благоволите». Бог повелел Аввакуму доходить по книгам, как избавиться от греха и как спасти душу. Возвратясь с седьмого неба на землю, первой его последовательницей была крестьянка села Перевоз Татьяна Макаровна Черносвистова, по-народному Ремезова. Она, по рассказам хлыстов, не была взятой на небо, но благодать от Святого Духа получила. Она начала пророчествовать, обличать людей в скрытых грехах и тайных помышлениях. Спустя 20 лет их призвали к следствию. Они объявили себя посланниками Бога. В Кирсановской тюрьме Аввакум Копылов умер, а Ремезова отправлена на поселение. Незадолго до ареста Аввакума его родной сын Филипп Копылов, который вел разгульный образ жизни, предаваясь пьянству, вместе с таким же гулякой-крестьянином из Перевоза, с Перфилом Петровичем Кутасоновым, который, кстати, по другим бумагам идет как Катасонов, последовал учению отца своего. Филипп стал преемником после смерти отца и главой собранного ими корабля. Кутасонов, бывший в работниках у Копыловых, захотел сделаться главой корабля и завел с Филиппом споры о правилах веры. Вследствие споров было разделение хлыстов села Перевоз на два корабля. При Филиппе место Богородицы Татьяны заменила его теща Махованская, как лже-Богородица. Сейчас поеду, поищу ее могилу. А вообще, сюда даже, говорит, с Австралии к ней на могилу приезжали. Вот могила лже-Богородицы Анисии Ивановны Хованской. Здесь покоится тело крестьянки Анисии Ивановны Хованской. Скончалась в 1892 году. Для меня лично Перевоз – это очень красивые места, березовые леса, сосновые леса, очень красивая природа, грибные места, река Ворона. Просто сказочно. Уже рухнула.